фактически людям не разрешается входить. Молдавия уникальна тем случаем, что наши заповедники окружаются, вот, например, есть заповедники и резервационные зоны, вот Кодри, Подуря-Думнясы. Эти заповедники, в свою очередь, для того, чтобы защитить эти заповедники, вокруг них имеются специальные пояса лесов. Это так называемые защитные пояса лесов. И вокруг этих поясов лесов есть еще одни пояса лесов. Так что мы можем практически находиться в заповеднике, но тем не самым не находиться на территории заповедника, а находиться при близлежащей территории заповедника, но тоже в лесах, в которых тоже присутствуют те же деревья, но не в той, которая имеет не такую же вековую давность. Потому что если вы зайдете именно в сердце Кодры, там, где заповедная зона, там вековые деревья по 250-190 лет. И там очень холодно и прохладно. Я могу вам гарантировать, что там вам не понравится. Но зато вы можете быть в лесу находиться, но вы можете говорить, что вы в Кодрах, и тем самым находиться в лесу, но не быть в заповеднике и не причинять вред заповедникам. Насчет резерваций. Я бы хотел сказать, я вам показал очень красивые места, и мое пожелание, чтобы вы узнали нашу страну еще лучше, чтобы вы с родителями или даже с одноклассниками, то есть я вам желаю как подрасти еще быстрее, чтобы вы смогли уже без учителей как бы самим туда ходить, да, вот, однако вы знали до сих пор. Я вам показал, это только некоторые места, которые мы можем увидеть в нашей Молдавии. А теперь хотелось бы с вами поговорить все-таки о, не только о биоразнообразии, а о том, чтобы это биоразнообразие сохранить. То есть я бы хотел вместе с вами некоторые как бы предложения или некоторые как бы нюансы обсудить насчет того, как себя вести тогда, когда мы находимся в какой-то резервационной зоне, потому что вы можете мне назвать? Место. Быкотеречка. Да? И если мы не будем осторожно с ней обходиться, эта речка превратится, наверное, в